Станция Лесопарковая Московского метрополитена открыта 27 февраля 2014 года. Название связано с ее расположением в непосредственной близости сразу от двух природных комплексов – Битцевского парка и Бутовского лесопарка. Станция находится в 18-м микрорайоне Южного Чертанова, в районе 34-го километра МКАД, внутренняя сторона, в районе улицы Поляны и Куликовской. Строительство станции началось в 2010 году и планировалось к завершению до декабря 2013 года. Станция строилась открытым способом. Трехчастный свод станции со спаренными нишами-кессонами выполнен из монолитного железобетона методом передвижной опалубки. В непосредственной близости от станции нет жилых районов и общественных зданий, однако решение о ее строительстве в составе нового участка Бутовской линии было принято в связи с перспективами развития южной части города Москвы. С появлением станции Лесопарковой должна была улучшиться транспортная доступность центра и других периферийных районов города для жителей вновь присоединенной к Москве территории Северного Бутова. На станции наблюдается самый маленький пассажиропоток в 2014 году, в среднем всего 500 человек в сутки. Через месяц после открытия у сотрудников станции резко ухудшилось самочувствие. Роспотребнадзор обнаружил превышение нормы по стиролу в 204 раза.